Привет всем! Продолжаем экскурсию по городам. В этот раз хочу вам показать город Вольск, Саратовская область. А там вроде городской парк отделали, реконструировали с миниатюрой Эйфелевой башни, с прудом лебедей. Ну, в общем, в интернете много красивых картинок. И мы с семьей решили съездить посмотреть этот парк. Ну и я решил поделиться с вами своими впечатлениями, показать город Вольск. Сам я в Вольске был только проездом и толком этот город не знаю. Проездом в автобусе Саратов-Балаково. Свою экскурсию по городу Вольск мы начали вот с храма. Вот такой здесь храм. Интересный. Троицкий кафедральный собор города Вольска. Вот там парк в городе Вольске со спортивными площадками и с другими, с прудом, с лебедями и еще какими-то аттракционами. Посмотрим. Вот такой парк в городе Вольске. С речкой, с мостиками, с Эйфелевой башней. Пойдем,
Охот с лебедями. Такой здесь в парке Вольск. Ну, вот такой городской парк в городе Вольске, отличный, с водопадами, с прудом, с лебедями. Вот здесь калитки не плавают, еще здесь, по-моему, кроме лебедей в этом пруду еще рыба, по-моему, плавает большая, которая иногда выпрыгивает. И смотрите, здесь какие мостики, водопады, ручейки, вон там мельница. В общем, отличный парк, все супер. У Балакова таких парков нету. А хотелось бы. Да, Олег Станиславович? Конечно. Будем пропаганду вести. Почему в городе Балакова нет такого красивого парка? Как в городе Вольске и как в городе Полярной Зоре. Даже в городе Губкино. Очень красивые парковые зоны. Губкине, да, там же зеленые фигуры, слоны. Очень красиво. В Балаково не могут ничего организовать для отдыха населения. Для энергетиков. Город энергетиков. Заведешь свой канал, будешь там говорить, да, выступать. Под моей идеей. Я треплю да, хороший, все. Че ты мне? Пойдем. На качельке? Да, хочу покататься. На это не боюсь, на это. Не буду. Мне плохо с нами. Вот на той бы покатался. Пошли на той? На лодке. Да, я снимаю. Я тоже хочу больше. Давай. Это их не ракетки. Памятник Петру Сапожникову, который основал этот парк. Купец жил 200 лет назад. В конце, по-моему, 19 века. 18-го. Вау, смотри, вырезка. Что? Вырезка. А, помните? Да.
А ну рассказывай, что она означает? Она означает, что это девочка. Куда? На спальню. Какой же церковь? Время 10 часов, в парке включилась подсветка. Решили посмотреть лебедей, как они ночью спать готовятся.